буваючи сюди, завжди гарний настрій, піднімається, спонукає до кращих таких от поступків. Ну і запевняє, що колектив 28-ї бригади зробить все, щоб на нашій Одещині, в місті Южно, завжди було мирне небо над головою. Дякуємо вам за службу. Я хочу запросити на нашу сцену одного з наших волонтерів, того, хто з вами постійно на зв'язку, Олександр Чоков. Він приготував для вас подарунок. На ваше замовлення, до речі. Друзі, давайте ми дійсно по-нашому, по-южнінськи, ми поприветствуємо цих героїв. Это те люди, которые сегодня будут сражаться за Украину, и они сражаются за вас, друзья. Поприветствуем их еще раз, горячо по-нашему, по-южному, по-теплому, по-морскому. Мы приготовили для них, знаете, приготовили, думали, ну что же сделать. Которые помогают вам, чем могут. Я вот вижу их лица, вот еще Саша, Лена, Марина, Лена. Те, кто сегодня каждый день как на работу, они знают, что есть люди, которым нужно помогать. Вот сегодня мы приготовили для вас те флаги, которые вы просили, чтобы каждая ваша рота была видна издалека. Вот так. Там все написано. Вы передадите своим коллегам. Есть вторая рота, первая рота, первая танковая. Гаубичная специализированная артиллерийская батарея и первая механизированная рота. А командира мы просим принять подарок от нашей мастерицы. Тетяна Воробей, пропоную вам захиститися за допомогою Іоанна Нового, ікона. Іоанн Новий – это святой, чьи мощи хранятся у нас в Белгород-Днестровске, на Одещине. Поэтому мы надеемся, что этот святой будет вашим защитником во всех ваших нелегких испытаниях. Александр, вы еще хотели? Огромная благодарность всем, кто помогает сегодня 28-й, волонтерам, общественным организациям, которые в нашем городе сегодня собирают помощь и доставляют непосредственно солдатам и передают, согревают их, ихнюю душу, дух, тело. Огромная благодарность. И я бы хотел поблагодарить лично, поблагодарить коллектив, да, можно так сказать, нашей больницы. Это те люди, которые пожертвовали свой однодневный заработок. Я хотел бы пригласить Лиманского Романа Васильевича, если он здесь есть, и вручить нашу такую подяку от общественной организации, от жителей города Южного, от всех неравнодушных людей, которые сегодня, знаете, собирали свои средства, мы на эти средства имели возможность закупить некоторые вещи и отвезти. Наши медики сегодня не только борются, знаете, они не только на столе борются за жизнь людей, но также они еще и борются, как предотвращают, чтобы они туда не попали. Да, и они тоже жертвуют свои средства. Спасибо большое. Под ваши аплодисменты, дорогие друзья. Мы приглашаем ребят на мирные места в зале.